Наконец-то решил сделать обзор на какую-то колымагу. Наверное, я вас своими шорцами достал. Что уж там говорить, меня уже считают вторым Тёма? Аламаром. Только не по XXX Plane 11, а по МСК. Хотя я просто делаю гайды, чтобы люди не тратили много времени на поиск решения определенной проблемы. Так вот, вначале серфил Nexus, но ничего интересного я там не нашел. Кроме EDM, так как на него один ролик выпущу. Зашел в группу ВК с модами и все же нашел мод, на который я делаю данный обзор. Скачал, кинул файл, установил сейв, зашел в игру. Итак, АЗЛК 2141, либо же Москвич. С виду выглядит ничего так. На пятерочку. Никаких низкополигональных приколов и все в этом духе. Подкапотное пространство и дно имеет выемки под коробку передач и вал. Однако машина переднеприводная, и тут уже ничего не поделаешь особо. У двери багажники украли крепление, оставили болты. И конечно же, главной особенностью мода от Арайка это мощный сабвуфер от компании Pride Audio Care. Выглядит красиво, ничего плохого сказать не могу. Каждый пацан со двора заценит. Салон выглядит неплохо и по классике жанра поедающий все подряд бардачок. Фары светят, аварийка работает, ремень пристегивается, дворники дворят. Но самое главное, это замененный звук у двигателя. Я сам в шоке, ребят. Подумал, у меня в комнате что-то завелось. Машина рулится неплохо, правда это та же самая Сацума, но... Да, как мне показалось, руль маленький, но я думаю, так и должно быть. Что ж, мод сделан достаточно добротно, я бы себе оставил как основу. Как всегда, Райк молодец, постарался.